Всем привет, вы на канале Готика, канал о призраках, демонах и паранормальных местах, также о многом другом. Сегодня в выпуске у нас интересная тема, это призраки, попавшие в кадр во время съемок клипов и кино. Мне иногда кажется, что фото и кинопленки с момента их создания несут в себе что-то загадочное и мистическое. С помощью этой индустрии создатели могут влиять на целые поколения. На этих кадрах вы увидите призрачных существ и аномалий, которые без вмешательства монтажа случайно попали в кадр. Тут неуместно говорить, что это фейк или нет. Это кадры из фильмов и клипов. Здесь привидения либо реальные, либо в крайнем случае случайные прохожие. Смотрим и оцениваем. Номер 8. Это видео принадлежит латиноамериканскому пользователю сети Danny Phantom. Призрак попал на камеру во время съемок клипа одной из популярных южнокорейских бой-бенд группы EXO. Эта группа сняла свой клип в каком-то ангаре, но после просмотра записи все участники съемок были удивлены и шокированы этим странным силуэтом, который появился в окне на фоне певцов. Поначалу я, посмотрев на этого призрака, подумал, может быть это человек из съемочной группы, который держал светильник в виде палки. Но внимательно рассмотрев кадры, где свет в окнах выключается и включается, я заметил, что силуэт периодически исчезает в нескольких кадрах. Я, конечно, не утверждаю, что видео реальное. Может это обман зрения или из-за пыли кажется, что это человеческий образ. Но светодиодная лампа стоит неподвижно, и в зависимости от ракурса камеры светильник стоит чуть дальше от окна и появляется сначала в первом окне справа и на втором. А образ этот так и стоит в первом, то исчезая, то появляясь. Я думаю, оператор не допустил бы такой ляп в видео, поставив человека в окне на фоне дорогого клипа. Хотя, может, я и ошибаюсь. А вы что думаете насчет этого привидения, он реален или нет? Вообще, корейцы, так же как и японцы, очень суеверный народ. Они почитают, боятся и некоторые даже поклоняются душам своих предков. Отсюда и разные легенды у них про страшных призраков и демонов. Пишите ваше мнение по этому видео в комментариях. Номер 7. Призрак заброшенного городка Глен-Дэвис, Южный Уэльс. Этот городок находится на 250 километров к северо-западу от Сиднея. Австралийская рок-группа случайно засняла призрака во время съемок клипа. Музыкальная рок-группа под названием Wild Land снимала свой клип в одном шахтерском городке в пустыне. После эти парни, просмотрев отснятое видео, были в шоке, когда заметили странную высокую фигуру в плаще и в шляпе, который стоял за бетонной опорой и пристально следил за группой. Сами же участники во время съемок ничего такого не заметили, они уверены, что там не было и не должно быть никого. Само место давно заброшенное, и тут людей практически не бывает. Также парни говорят, что чувствовали себя здесь не очень хорошо. Это место когда-то было оживленным, здесь были несколько сланцевых шахт. В один год случилась страшная катастрофа, которая была известна своими жуткими смертями. Многим людям при разрушении отрубило головы, и многие утонули или пропали без вести. Также есть сведения, что рядом когда-то была церковь, и в ней были молодые священники, и с ними что-то произошло. То ли их повешали, то ли они сами повешались. Короче говоря, это место славится своими смертями и призраками, которые тут обитают. Если говорить о самом призраке, то он довольно высокий и на нем и вправду черное пальто или плащ. И это не куст и не кусок большого металла, это человеческий образ. Также на нем и шляпа. Думаю, видео реальное, но это мое личное мнение. Номер 6. Привидение на кладбище. Мексиканский рэпер Сикан снял клип. И один из моментов видео он снимал на городском кладбище. Но вот в кадре парень оказался не один. Рядом с ним промелькнул некий белый силуэт, который появился за могильной плитой, где Сикан читал рэп.
Сама же песня трогательная, не знаю, насколько правдива эта история. Он поет про то, как потерял смысл жизни после аварии на мотоцикле, где у него погибла любимая девушка. И в этом он винит себя, примерно так. А если говорить про призрака, то эта призрачная масса двигается так плавно, будто парит в воздухе. Как будто это белый и очень тонкий необычный шелк. Насчет певца, то я уверен, что впредь ему не стоит снимать свои клипы на могилах, разве других мест мало в Мексике, думаю, вы с этим согласитесь. Номер 5. Во время репетиции рок-группы камера засняла призрака, который прошел за окном двери. Рок-группа Radiohead репетировала перед концертом в одном отеле того города, куда они приехали. В один момент за окном быстро прошла женщина. Она так быстро промелькнула, что в кадре была всего на долю секунды. Также ее тело практически не двигалось, что не свойственно идущему человеку, и голова была уже заранее повернута в эту комнату. Все это вместе наводит какой-то необъяснимый ужас. Она будто пролетела неподвижно по коридору. Когда парни спросили у охранников здания насчет этой девушки, то все сотрудники отеля заявили, что не знают ее, и в этот момент на этом этаже не было никого, и даже просмотрев камеры слежения, никого не обнаружили. Так что же это, призрак или фанатка группы? Может быть, кто-то решил подшутить над парнями? Номер 4. С музыкальными клипами закончили, перейдем к фильмам. Призрачная фигура странного существа попала в кадр в одном из моментов съемок фильма «Капитан Америка» из вселенной «Мстителей». В кадре британская актриса Хейли Этвелл, а за ней справа прошла некая странная человекоподобная фигура, которая не должна быть в кадре никак. Монтажеры и актеры подтвердили, что в этот момент за девушкой не было никого. Но вот камера с этим не согласится. Существо выглядит дымообразно, что дает больше мистики в этот момент. И на мой взгляд, видео реальное, так как продюсеры такого дорогого проекта отсняли бы заново этот момент. Но они это обнаружили только после презентации фильма. И скорее всего умолчали про это. Или узнали намного позднее. Номер 3. Под колпаком. Этот фильм снят в далеком 1976 году. В главной роли один из популярных актеров Голливуда Джон Траволта. Видимо, это один из его первых ролей. В английском названии произносится The Boy Plastic Bubble. Но у нас это назвали просто «Под колпаком». В момент, когда Джон целует девушку, за его спиной вдалеке среди кустов проходит некая странная фигура, похожая на монашку. Может быть, это оплошность съемочной группы и в кадр попал случайный человек, но судя по самому силуэту, это необычный человек. На нем как будто что-то накрыто, как белая простыня или типа того. Как вы думаете, этот образ соответствует образу призрака или все же это обычная старушка в белом? Хотя во время съемки, чтобы такое произошло, это как-то странно. Тем более это хорошо заметно, и оператор явно должен был это заметить. Весьма странный момент. Номер 2. Призрак девочки из старого мексиканского фильма. Не знаю, в каком году было снято это кино, видимо, очень давно. Фильм рассказывает про одинокого мужчину, который потерял свою дочь. Она погибла. В фильме есть два момента, когда в кадр попалось привидение. Первое – это позади музыканта, в полупрозрачный призрак прошелся по лужайке. Второй момент – это полупрозрачный образ девочки позади женщин, которые сидели за столом, слушая мексиканскую мариачи. Я считаю, что постановы в эти времена не имели места в видео, так как интернета не было, да и зачем это надо людям того времени. Думаю, кадры очень даже реальные. Номер 1. Возвращение в Вавилон. Демоны и жуткие существа на кадрах. Это немое черно-белое кино, снятый по мотивам голливудских скандалов и трагедий начала 1900-х годов. Режиссер данной короткометражки Алекс Монти Канави. Этот парень до того, как стать режиссером, мечтал снять черно-белое немое кино, и вот однажды, идя домой, он нашел сумку, где была загерметизирована фабрика 19 рулонов оригинальной старой пленки.
Да, это удивительно, но то, что было в кадрах этого дьявольского фильма, ужаснуло режиссера и до сих пор привлекает внимание специалистов и исследователей паранормальных явлений. В кадрах есть жуткие лица демонов и образы мертвых актеров того времени. Неотредактированные старые видеопленки показали Канаве и его коллеге ужасные превращения людей в фильме в неких страшных монстров и демонов. Пальцы актеров вдруг удлиняются, носы заостряются, лица людей из фильма так сильно искажаются, что становится не по себе. Режиссер уверяет, что к фильму он не добавлял никаких спецэффектов. Те, кто исследовал этот жуткий фильм, до сих пор не могут объяснить, что происходит на экране, так как эти кадры нарушают все законы съемок фильма. Насчет самой ленты информация очень скудная. Я искал всю доступную информацию про это немое кино, и все, что нашел, я вам рассказал и показываю в этом видео. Может быть, у этой пленки есть предыстория, которая имеет более жуткие факты из прошлого, но пока что их в интернете я не нашел. Зрителям режиссер показал этот фильм в 2013 году.